Добрый день, я приветствую вас на своем YouTube-канале, где мы помогаем вам, начинающим предпринимателям и предпринимателям с опытом, управлять своим бизнесом более грамотно и учиться оптимизировать бизнес-процессы. Сегодня в этом выпуске мы поговорим с вами о стратегических командных сессиях, о совещаниях или групповых обсуждениях на заданную тему. Для руководителя и собственника, для предпринимателя, который взаимодействует с людьми, очень важен навык управления совещаниями. Управление совещаниями подразумевает не только работу с отдельными личностями, но и с коллективным мышлением. Другими словами, нужно учитывать не только индивидуальные особенности участников, но и те реакции, которые возникают, которые рождаются в процессе взаимодействия, будь то конструктивное или неконструктивное взаимодействие. Все равно появляются реакции, и необходимо уметь ними управлять. Для того, чтобы ваше совещание или стратегическая командная сессия, то есть групповое обсуждение на заданную тему, было эффективным, необходимо знать два момента. Первый – нужно описать ожидаемые результаты. И второе – необходимо определить задачи, которые приведут к этим ожидаемым результатам. Типичная проблема практически всех совещаний, групповых обсуждений, стратегических командных сессий – это неучастие тех самых участников, от которых ожидается обсуждение. На самом деле отсиживание на таких мероприятиях, на таких обсуждениях – это фатально для того, чтобы получить вот тот самый ожидаемый результат. Для фасилитатора или человека, который ведет данное групповое обсуждение, очень важно уметь сфокусировать внимание на рассмотрение заданной темы. То есть перенаправить внимание всех участников в нужное русло. Чтобы достичь глубинного понимания проблемы, необходимо как бы раздвинуть границы существующих представлений у всех участников данного группового обсуждения. И это делает грамотный фасилитатор. Именно фасилитатор, который организовывает данное мероприятие по обсуждению проблемы, будь то совещание, стратегическая командная сессия или групповое обсуждение, именно фасилитатор обладает такими навыками, когда может создать предпосылки для того, чтобы проблему рассмотреть всесторонне, дать участникам, каждому из участников высказать свое мнение и привнести свою долю, лепту в решение данной проблемы. Обращайтесь к нам, и мы вас обучим этому навыку или проведем для вас грамотно стратегическую сессию.